Добрый всем денечек. Всех приветствую. Всех подписчиков моих любимых, гостей моего канала. Сегодня 23 июня. Я иду на пляж. Иду в гордом одиночестве. Потому что Юра у меня улетел на Урал сегодня. Но он еще сейчас находится в аэропорту в Краснодаре. Так что ждите видео не только с Новомихайловского, но и с Урала. Улетел он по делам. У него мама уже в возрасте 73 года болеет. Перенесла операцию. В общем, поехал помочь маме. Он хороший сын. Не знаю, недели на две, на три, наверное, как получится. В общем, будем ждать теперь видео от него. Гости мои ушли на пляж. И вот я иду навстречу. Не навстречу, это машин, конечно, уже битком. Все парковки заняты. Но все равно, кто хочет приехать там из прихода отдохнуть, здесь может быть найти место. Машины приезжают, уезжают. И вот так вот вдоль. Все, машины. На пляже битком народу. Мои мне сказали, придешь, у нас найдешь. Как вы думаете, я их найду? Все, море теплое, видимо, купаются все. Сейчас пойдем трогать море, только найдем сейчас Виталию с Вовкой. Ну что, идем трогать воду. Ну люди так, слушай, смело купаются. Ну, потеплела водичка, конечно. Наверное, где-то, ребята, ну как вот я, как свой термометр, градусов 21. Но люди, Новомихайловский лопается от людей. Ну, полный пляж битком. Вот надо ходить вот сюда, на Приморку, дальше, после центрального пляжа. Там вот, смотрю, поменьше народу. Полно. Что в одну сторону, что в другую. Ребята, это сегодня еще только 23 июня. Что будет 23 июля, страшно себе представить. Народу битком. Я вчера была на смене, зашел один ательер, скажем так, и сказал, хороший сезон. Кишмя кишит. И берег, и море. Добрый день. Хотели бы услышать ваши отзывы о Новомихайловском поселке Туапсинского района. Очень люблю Новомихайловку. Всегда теперь только здесь буду отдыхать. Хороший отдых. Хороший поселок, да? Хороший поселок, красивый. Развитая инфраструктура. Инфраструктура. Да. Очень нравится. Ребята, народу, конечно, прибыло. Море потеплело. Да. Вот сейчас прям самое прям вот то отдыхать. Там какие-то самбисты, что ли, стоят. Да, от мала до велика причем. Вывезли на отдых, наверное, какую-то секцию.
свечка падает. А зачем нам свечка? Куда ты их построили? Егор. Санибистов, джудаистов куда-то повели. А, каратисты все-таки, вижу теперь, карате написано. Их так много. Наверное, какие-то соревнования будут проходить. Михайловская не из спортшкола, вот, наверное, привезли. Но народу приятно посмотреть на такие расценки на детский батут. 200 рублей 15 минут, 300 рублей 30 минут, 500 рублей без ограничения. Или только встать, собрать свой лежак. Нам говорят, вы уходите или пришли? Наше место тут же занимаются. Так вот. Все готовят на ходу. Курица гриль. Кстати, отличный такой фастфуд быстрый, даже не фастфуд, а как бы шаурма, шашлык, здесь курица гриль. Все время здесь каждое лето берем. Это морская. Морская 39. Ну, что, все. Твое лицо такое совсем белое-белое. День закончен. Так она себе как будто такая однокомная. День закончен, мы идем домой. А вот и снова эти же ослы. Да, и снова эти же ослы. Приезжайте к нам отдыхать, Новый Михайлов. Торговые ряды. Все полны. Народу. Везде идет бойкая торговля. Ночи очень теплые. Горячие лаваши. Работает лунопарк. Ну, в общем, вот так мы прогулялись по Новомихайловскому. Новомихайловский, ребята, полный. А мне зато купили круг. Пончик, да. Шоколадный. У него радость. Теперь никогда не придет. Зато у меня горе. Какое? Он меня замучил. Он меня замучил. Купи, 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 купи. А зато теперь не придется знакомиться у того, у кого есть. Очень много, конечно, соблазнов для детей. Готовьте денег. Да, Вова? Что еще раз? Готовьте денег. В общем, ребята, садится аккумулятор. Мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал. Все, пока-пока. 3%. Всех вас люблю. До скорых встреч и до завтрашнего дня.